Регишечка, привет, моя ягодка. Набираете Юлия Попова Дзен, и все, и вот перед вами мой канал. Заходите на канал, там, правда, очень много, видел, там уже 500 с лишним публикаций за год. Вот. Регишечка, я тебя тоже целую, моя золотинка. Филимоша, Филимошек, у тебя тоже есть поклонники, да. У Филимоши тоже есть мама, которая любит его, да, привет и передает Филимоше. Даже не одна мама. Да, Филимош? Филимоса, поздоровайся. Ай, молодец. Ай, да ты моя птичка. Ай, да ты моя радость. Да, Филимоша? Он просто цыплят этих растапливал, а потом ел. Сначала он их замораживал, потом растапливал, потом ел. Да, угу-угу, моя ласточка. Мой детеночек, красивый лебедёночек мой. За Масей наблюдает, за Масей. Масю предупреждает. Он сегодня тайга нагонял, чтобы тот тут... Он, блин, руки, смотрите, черные после этого. Как его звать-то? Симбона. Филимон! Угу, да, мы до Евы пошли. Еве привет передать? Передать привет Еве от тебя? Не передавать? Ты не хочешь Еве передать, да? Ладно, сейчас пойду передам. Пошлите передадим от Филимоши Еве привет. Так, наши катакомбы. Вот она стоит. Давайте подойдем к ребенку, а то она вся уже... Ой, есть, господи, боже мой! Господи, боже мой, все высыпали, высыпали. Вся вот эта шатья братья высыпала. Высыпала вся вот эта шатья братья. Вся высыпала, да, 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 мои ласточки. Мои бубуньки, кукуньки, мои девчонки, да. Это сразу свою толстую жопку подставляет, чтобы ей почесали, да? Плюха. Да, я вас очень люблю, очень. Да, сегодня я уже у вас убирала, Саньки-сраньки, да, и гладила, и чесала, и гуляли вы у меня. Да, и гуляли, все засали, все засрали, да. Будем делать, когда переделка будет, вот у них надо тоже вольеры все переделывать, потому что, ну, это просто пипец. Пипец, друзья мои, это просто, у меня руки окоченели, блин. Грязные руки. Сейчас мы еще раз Евыша навестим. Евочка, Евочка. Красивая девочка. Да? Вот она моя пупонечка, да. Здоровается с вами, да. С кем не виделись, скажи. Со всеми здороваюсь. Со всеми здороваюсь, да. Че там? Опять Тимон пришел там, да? Опять Тимон там фошкается. Да. Опять закрыли его, чтобы драться не ходил. Да, потом в сарайку его надо будет увезти. Да, про Масю маленького там. У меня ага, на Ютубе я тоже уже навыкладывала эфиры. Пилю по 20 минут, потому что народ не досматривает до конца. Там мне показывают, что среднее время просмотра... 5 минут. Придется делать по 10 минут. Вот. Да, Ева? Скажи, как так не хотят на меня смотреть, скажи, вообще? Да, подолгу, скажи, не хотят про нас смотреть. Да. Чего ты там увидала? Чего там увидала? Да, сейчас включу тебе обогреватель. А то вдруг мы до тебя не дойдем. Да. О, сейчас я эти заготовки свои погрею. Да, скажи. Заготовки надо будет погреть. Сейчас он нагреется.
Да, Евочка. Девочка, Ева, моя сладкодева. Смотрит, смотрит, думает, что такое? Думает, что за хрень такая задула? Сейчас еще к Мартину сходим. Ой. Я говорю, уже это... У меня рука уже просто капецный капец. Да, Ева? Вот такие пятнышки у нас на ушках, как и у Гектора. А у Симбы черные пятнышки на ушках. Что, давай тебя погладим, давай. Давай поглажу тебя, давай. Не дашь? Не дашь, что ли, погладить? Нет. Ты что, не дашь тебя погладить? Нет. Кто так делает? Кто так делает? Ева. Красотка, красотка, невероятная красотка. Да, вот чтобы время, Леночка, не забирать, вот, буду пилить тогда по 10 минут, тогда я до сегодняшнего эфира дойду только летом, потому что у нас с вами эфиры по 3,5 часа. Раньше по часу были, а сейчас уже, вон, видите, мы по 3 часа ходим. Да, Ева? Да, мне в 4 Масю надо кормить. Мы по часам питаемся. Ева! Бу-бу-бу-бу-бу, мои ку-ку-ку. Тоже лежит, думает, думает, у тетеньки что-то с головой не в порядке. Какие-то бу-бу-бу, ку-ку-ку. Я лягу вот так полежу, да, вот они. Наши пятнистые лапки. Да, вот так вот пятнистые лапки. Ой, ой, ой. Мурчит, мурчит, да. Да ты у нас самая бесподобная. Ты самая бесподобная у нас. Да, Ева? Ты у нас бесподобная? Ева бесподобная, да? Прихерились, глазки круглые. Да, Ева? Ты моя лопота, лопота. Сегодня мы с вами этих копытных погоняли. Еще надо будет смотреть потом, блин, все в живых останутся после этой помойки. Вот лезут прямо, залазят прямо в этот кузов. Каким образом, непонятно. Все время перед тем, как выпустить, всегда смотрим, есть возле помойки что или нету. Нет, ведь достанут, а? Говнюшатины. И Гришу вот выпускают, когда с Элей. Такая же хрень. По всем мусоркам, по всем помойкам. Как будто их не кормят. Картон что-то жрут, вот этот вот прямо... Тоже, может, чистят желудок, не знаю. Да, Ева? Да. Вот так вот. Что-нибудь нажрались там этой, как его? Вот так лапкой, да, брезгливо так лапкой. Да. Где, боже мой, боже мой. Боже мой, такое, боже мой. Да, вот, такая девочка. Девочка-припевочка, сейчас швырнется еще. Да, Ева? Да что ты там урчишь? У нее, смотрите, какие точечки красивые на носике. Лапку что-то решила помыть. Черные точечки на носике. На сопырку определяют. Зубы-зубы-зубы, боже мой, да что это за бозики мой? Такое невероятное, боже мой. Точечки такие, видите? На сопырку определяют. Вот эти над усиками точечки. Здесь
наши ушки. Ева! Ева! Обзянка! Обзянка! Вот они, смотрите. Какие точки прикольные, да? Как будто кисточкой их нарисовали. Ева! Поверни свою царскую красивую физиономию. Ева! Ева! Какая говнюшка! Во. Ого, смотрите! Блин, вот они. Раз, два, три, четыре, пять точек. С одной стороны, пять с другой. Как будто ей хной нарисовали, да? Хной, скажи, нарисовали мне. Да, Ева. Попрощайся со всеми. Скажи всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Евыш. Ой, блин. Что-то непонятно. Блин, какой-то обогреватель. Ни хрена не греет. Какой-то ветер гоняет воздух. Вот, ладно, пошлите до Мартина, Атоса, и будем закругляться. Сын моя уже заждался. Да. Так, пошли, Масюша. Ой, господи. Все мыть, убирать. Надо будет опять все отмывать. Пошли, давай. Мама тебя закинет. Ой, господи. Японский городовой. Давай, заходи.